парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» отпраздновали столетие отечественного танкостроения. Праздник «Патриоте» посвятили не только танкистам, но и конструкторам бронетехники. Советская теперь и российская школа танкостроения считаются лучшими в мире. Каждый из гостей смог увидеть интересные образцы отечественной техники. Одним из самых ярких эпизодов праздника стала реконструкция битвы под Прохоровкой. Участие в постановочной схватке принимали два танка времен Великой Отечественной войны, несколько гаубиц, два истребителя и более 100 пехотинцев.